Абзира шумас хатрскует лихопшчам. Ретежим тетра и хаму балшара Самсон Чанба и хэцхо абсухинт карат драма театр а сцена антец аусы зуа аджари хари хайбадырц. Дара рабжара юхоб а сцена аусыча а дизайнерша а дзыргара знапаяну а театр а музей айч кара ячу. Зигирхю и кушаны команда бзия кейпш аусыр вейт. Ихарцахэв мачдам а хамакяна ихарцарана юху и хаги и рачшоб. Сара дара сгу яхот яхя аус зуа ачконцу яцхапцвей руси шазнейуа дара аджаба адуб рус яра убаске абзебара убри зигиры хауп пату эйкуца шардыруэт дара рус аджазвала знапу рнапу згу аус дара ичкёб а театра нынцха ихо Вы, как мы сами кодары, радшоу, а спектакль тоже анза дара джабаду балароб. Ачкун шеядзгаб, что яхе театра жаусы зуа, зиге адзуецки сазу дейгеб. Сара, вы сгуарт не сходит, избанзар дара ишазыху сбот. Хара ха спектакль, ква цгёу пабри ха премьера цыпхи кхаргыла за Ромео Джульетта Тухёзар, режиссер Адгор Ковы Рахданауаз, Хазхуцван бриотехника Гана Хала хара и халшуз мачен. Из банзара уе апсна антаца узу хео бри арадайна проблема кокио урвы халаша мадзамаст. Убри наркны амшта бзиян сухар сылшу это спектакль Ромео Джульетта от Гур Михайловичак и Дара и Мариан. Убри наркну по бартачку нцуязгабцу изиги абзия бара Она дырпш, а театр бзия бара дырпшит. Яры оха кэгэ тахцам. Бзия убозар, а казар бзия убозар, их ауцу зэгэ баса чахэ хэшшойцот. Сэст... Хатахатала, шылку ехэ харччавит, шылку ехалымшит ехэ рбара, и уаха хасчавит рыда рызбухшпа. Хэра тахума, из харс тахуб хара гардероба кэн и хозера убраги адзгабт хамуб, ткупшук дара бзил будет абхана гардероба уса наму уст хацхрауэт, вы Рамита Калычева псышила чахет шавют и лулка уэт абсча. Яраубас абжечын абри звукорежиссер ха Даниил Дугупачкун, выгит чуцуп дара и бзиян и хайер пшуэт, и гопхот. А сахар кырат пала шара ту хозер харай дхамуб джумберча магу зигидырдыруэт абсу театра жа усы вэште дара карцует, а хай смешает хахют, чкунок десыпша, чкунок десыпша, а пришет хаму по Йосифиди, хачкун дара бзиен, и бзиен и уз дезнеивает, я раз аха тых йоб, учта, бас хочу хочла джубери и рцот и уз, нас пыша ему по урастула цены А цара и царц. Абсу театр а музей и шахту айчкара знапала курабжара духов а театр а усви Лана Басаревха. И хэту плара уязы и чаду адырра кошлыму а музей тыпква рархера язгу цара да хысхит Британия ду а университетква руакаджа. Артист швар фотосахаква а кургылым такур кэнпи а фоторепортажква и уэпшим аамта курзы а театр а фишаква урзыге аамта и шаша фиалу а интернет а тагалара наски а музей экспозиция Алла Галара «Джабхе и вглу отцаква Ирваку». У Ядаги Айгуа Ланы Льюисши а театрача и рапшает а режиссер Нелли Ишпха и укларгылаз а спектакль Алибей Акна и ухмаруаз актерча и рфюрцоз а костюмку. Дара Казара Харакала и Кацоб, Набыла и Кцоб, а театр Аусуча и Ртахуб, а финанс Цхарара, арта костюмку и Рыцхена, а музейджа и Дзергардс.
История этих костюмов очень богатая, очень интересная. Сами костюмы невероятные просто. Если вы посмотрите детально, если рассмотреть, они очень интересные. Они шились в мастерской МХАТ для спектакля «Алибей», который был поставлен Нелли Эшба. Спектакль поставлен был в 2005 году. И, к сожалению, он недолго, да, прожил на сцене Абхазского драматического театра. Я лично очень надеюсь, что когда-то спектакль будет снова на сцене. И, возможно, эти костюмы уже не будут использованы в спектакле, но мы планируем их выставить в нашем музее. Но для того, чтобы их выставить, конечно, тут нужна кропотливая работа по восстановлению костюмов. Так как прошло немало времени, костюмы, конечно, не сохранили ту красоту и качество, в котором они были изначально. Я знаю, что они были дорогие, да? Они вот были, их приобрели за большую, да, заказали, да, да, делали, да, где-то, да, не... Они шились в мастерской МХАТ. Они безумно дорогие, очень красивые, и их много, это просто малая часть того, что у нас есть. Есть безумно красивые головные уборы, детали к этому спектаклю. Может, есть очень большое есть количество, есть все это, и есть, то есть это малая часть того, что у нас есть. И мы потихоньку сейчас фотографируем эти костюмы, собираем всю информацию, и нам бы хотелось, чтобы хотя бы в цифре для начала была отображена история этого спектакля, история костюмов. А позже мы планируем выставить часть костюмов. Конечно, тут большое количество их, и невозможно все костюмы выставить в музее, но часть мы планируем, конечно, выставить. Но есть костюмы, которые хорошо сохранились, и которые не требуют какой-то такой реставрации, но есть те, которым точно нужна профессиональная рука. Я думаю, что это нужна тонкая работа, и это будет достаточно дорого. Это тонкая дорого, работа, да, это, там... да, это не малые вложения в восстановление костюмов, но мне кажется, что это очень важно, так как таких костюмов практически нет. Я делала магистратуру в Лондоне, закончила Кингстонский университет. У меня специальность куратор музеевед, куратор выставочных экспозиций. Мне всегда это было интересно, создавать пространство для того, чтобы выставить то или иное произведение искусства. А в нашем случае это можно считать произведением искусства, это настолько красиво. И я очень рада, что я нашла по специальности работу в Абхазии, правда. Здесь очень много фотографий, которые тоже нужно оцифровать, восстановить. То есть реставрационные работы, конечно, здесь нужны большие. Здесь у нас хранятся тоже афиши старые. То есть есть одинаковых очень много. Но это не значит, что можно выставить только одну, остальное все вот так хранить в таком состоянии. Их всех нужно хранить в подобающем состоянии, там температура очень важна. Здесь старые пьесы хранятся. Ну, планируется выставить в экспозиции, иметь несколько пьес, таких самых значимых, но в основном они будут храниться у нас в архиве. Ну, что значит выставить? Ну, как можно пьесу выставить? Можно просто, вот, допустим, мы берем пьесу, открываем ее. Это можно лицевую сторону, можно главную страницу, вот так. А, имеешь в виду под стеклом? Под стеклом, конечно, да. Все должно быть под стеклом. Здесь должна быть определенная температура. Здесь все будет меняться от цвета стен до освещения. Освещение очень важно в музее. От этого, в принципе, зависит то, как будут смотреться экспонаты.
И, ну, мы будем работать уже с художником непосредственно и будем согласовывать все эти детали. Но вот у нас планируется вот здесь выставить костюмы, про которые я говорила. Да, то есть вот в этой части, да, получается? Ну, хотелось бы, чтобы человек, который зайдет в музей, он первым, что увидит, это вот красивые, яркие костюмы. Очень хочется, чтобы посетитель в музее хотел вернуться в музей. И музей ведь это ведь не про прошлое только, это про настоящее и будущее. И хочется, чтобы все это сохранилось. И как бы банально это ни звучало, это наша история, которая очень богатая, и нам очень важно ее сохранить. Лана, есть один вопрос, который, я думаю, что многих волнует. Я помню, когда раньше здесь, еще до ремонта театра, в фойе висели большие фотографии всех самых известных актеров. Да. Вернутся ли эти фотографии? Обязательно вернутся, как только мы получим поддержку со стороны Министерства культуры, мы начнем с фотографии. Ярван залек, а спектакль акургалара уй, а сцена антац иху урджабаду ацуп. Вахиаца на кует бежила, а спектакль эгу зерхё, а декорация куакасо, актёрча русураза, а специалистша, а дизайнерша уха. А театр, а директор и хатыпхою шерида тыж бхалажу куарыла, яхя а театра чайжит, а усурах а кырзы, а губылра змоу ачар. Мачк урт русура яцу а комазама ку и лахка арцазы алшара хауи. Апсуа театра ансара пытка цома ус уэште шуксак яцан цвет. Ара хара хус яцан акуа декорация аргылара ярахата сцена а спектакль анцо ахалапша зиги-зиги шата хуа уса улар пепш. Декорация ома сцена юнец а яра декорация гана хала амюа пкара убризик хара хус яцан акуэт. Ридара антирис зо усуп. Дары хвапхана хази гайлы бак арахаману бус ус хвэ. Яра хата харахус имя пахко оп а спектакль зрлах чохва декорация зигизиг юяхат ума кал багат ума бризик хара русшил хозар за кулисами хтана кнопка якухат узари ахтот ус на полома кюяхат узари хвяхот. Агис спектакль анцуам таза важлар яйва яхвапшва. Уй актерца рухмарша, оп ирбо рхамя пкаша, из жо ус оп ирдыруаха. Харахус издыруа мачуп, из банзар хара сценах ахцордзом а спектакль анцо амтазы. Уйги сараскуана гарала из хозар ацагдуам оп, из банзар хазик хайлыбак ана имя пахко зигизик хайцхара ана убрия спектаклю. Декорация зигизик убыс и чарпоп, и мыхна конструкция хасабла убыс ей будет арпи опера декорация и она арт уз убыс ей убри из хоцни арцет об гастролях вчера у цома у авама ей мыхна и угаровет нас ва ей будет арпи об убыс хара сцена усуйца пшук хооп инал чанба инар адлиба эрик хатхва хазик хайцхыра ана хайлыбак ана убыс аус хвет и хал шохуча ала баса театр хацхыра арбек. Афишу, которая будет передавать полностью и атмосферу спектакля, его настроение спектакля, главный какой-то символ этого спектакля. Это проводится всегда очень большая аналитическая работа. Нужно сидеть на репетициях, нужно общаться с режиссером, смотреть то, как ставится свет, какая атмосфера у этого спектакля, чтобы для того, чтобы потом всю эту информацию объединить в один этот формат, условный А3, да, постера, и создать рекламный какой-то хороший макет.
А я вижу, вот вы уже приготовили афиши для нового, да? Да, это вот моя первая сейчас получается афиша, как я пришел в этот театр. Это первая же и премьера сейчас наша будет «Цилиндра». Вот точно так же, как я вам сейчас рассказывал, этот процесс был довольно-таки там месяц-полтора занимались разработкой этой афиши. То есть, получается, вы сидели вначале на репетициях, смотрели да, на свет? Да, да, да. Смотрел на то, как работаю, смотрел на то, как ставится свет, общался с режиссером, узнавал, что именно он хочет увидеть в своем постере. Потому что, например, я нарисовал ему до этого совершенно другой макет, в котором передавал больше, в общем, совсем другую историю. И пришлось это все, хотя и получился хороший постер, но пришлось это все прикрыть, потому что этот постер не передавал вообще абсолютно ничего о том спектакле, который ставит режиссер. У режиссера своя собственная подача этого спектакля, и, естественно, постер должен быть в соответствии с ним. Все это должно быть очень органично. Хотала я ра театр ауса тоз имачуми уса убрище с хусхомом директор фила чажахом ахха чарафца на гульцац я ра театр хотала хукла я я шо хузар хара убри азара рабхе зак и хазхуц вот и смшай хазбод из банзар я ра убус и их оп актерша разанат зигиштырху это ха вишиш дроепша актера сцена дуклар сазыха Дара, джаба, батупа, декорацию, мало шарума, бжома, диктор йома, ярабилитер йома, уртава, бхакун пьяугар, как герзыхам царауэт, убрезы, дара, хтахупа, пашвачар, ус, зидхаруа, зхазр, пшуа, и бзе на стажировках, и хаштуэт, и шифдруа, и Надар Викторович, дара, и бзе на дырзыхо пачар, яра им упал шара, Харах министерство культуры министр Чыц Хакуяна говорит, алшара хайту это баса чар зха зарпшуа у распила рештрам стажировка у мамамзарги курсы хайзы что мызгы вим за цара царауи дары и мариоп аха ятахуоп и мариам зарги уиха хцаруп уаха калашам адзам. Шарида Ярубас, Яра театр, я хапи вам с дара кратим на какой-то цыргара яшами, театра цыргара, у Бриагана хала шестжой. А театр Адзыргара вы заиграбхе заигылу, паха гара водевра курацуаны хаму, по театр Аштата фотограф дамадзам, видеограф дамадзам, вы зиги и шифдер вейпши ян умам, у напкочахё, пока гюзыхадзам аха излахал шоалы, а театр бзия сбоа уаха, пхёт, гара ясамшайра тхацхра от Эльза Джанба, вы турыхла апсу театр дат хэлу пултат шарыла лабара дар крамта усы уан ихи гидыку афата сахи кохзыкал цоту бус иху ва табуб харас хат убри зиги макяна хучу хучла излахал шуала хачу пахацхыра ара хаур аштата чы ва хаура патрет тызхуа вы яра адзыргара мацара загзу мизатаху яра дары хадароп из банзара ризыги апсу театр атурыхоп ихи иху ихи шарейсири хахейд гылу ихи яхцо а премьера узик турыху пузик джерея назароп а видео я назароп а фотосахи я назароп Работаю заведующей актерской труппой. Моя работа, она очень интересна, потому что я постоянно нахожусь в общении с творческими людьми. Это, как известно, очень интересно. Да, я тот человек, который должен быть всегда на связи. В моей работе есть и часть психологии, потому что я должна знать все и обо всем, все, что происходит с артистами. А, как известно, с артистами происходит именно все. И поэтому я должна знать, почему у них сегодня нет настроения. И еще в мои обязанности входит составление репертуара и репетиции, графика репетиции. Репертуар – это вот, если вы видели афишу, у нас висит сводная, вот это репертуар театра на месяц, да. И я занимаюсь составлением этого репертуара, вот, это не очень
просто, а куда сложнее составлять график репетиции. Вот. И хочу сказать, что это большое счастье работать в таком театре с вековой историей и находиться в общении с великими уже артистами и с начинающими молодыми актерами. И это то место, где я духовно расту, потому что, чтобы стать личностью, для этого не хватит заучивания, да, каких-то умных фраз, прочтения книг. Ты должен расти духовно. И театр, он дает тебе эту возможность. И я могу просто с полной уверенностью сказать, что когда... Бывает всякое с утра, ты можешь прийти без настроения, да, все мы люди, у нас происходят разные ситуации в жизни. Вот когда я захожу в театр, каким бы плохим ни было у меня утро, оно сразу становится хорошим, потому что тут необыкновенная аура. Радиотеатр. Уи дары бзин и цаз ха проекто по радиотеатр яра яца на кона лекция ко рабхет пе лекция да пхет на дар Виктора Паджанба абсо театр язгна наски при карантин аналога яхуцы тихах цари яр алшара ги уякаре хама дзамаз туи актерца рагзара интернет рамазаракон компьютер курамазаракон иззлшоз техника змаз и тарвит айвенралаку. Айвенралаку и шиш дроебж загибзир будет абсу поэзия хазынуб. Нас хараха звукорежиссер и кайцет абри обжайтет. А музыка цейт. Дары и пшит захыт. И дунеч эйцер дыруа платформа ж. И ушта абри о зыдзвир рул. Шо это сахар стахуп зыдзвир рачан хыш вегерин эйханы. Уи да харахзы Дары Гургероб. Артам Шкурзе атеатр аусуцер шазыгарцует ярлысны иғаларына юғу апремьера. Русура агамар хейт зигина сыпна ирыпхазует апсу театрыжы аусурызы алшара ахроуз. Ерзе яхшует акучары дуку. Яхазы абрю бифахер цияхтахыз абзерыз анайсты хайук тарафанзы.